Привет всем! Добро пожаловать обратно в Warlock играет Slay the Spire, 20-е возвышение. Я не помню, кем нам пора играть, но я буду играть лотоносцем, потому что, слушайте, чуваки, давай мне случайную редкую карту, это Берсерк. Это слив. Я постараюсь сделать это не сливом, но похоже на слив. Я выиграл лотоносцем недавно. Я недавно выиграл лотоносцем забег на двадцатке. Только вы это не видели, потому что я не на стриме был. Я просто так играл в свое свободное время. Но вы мне должны поверить. У меня есть доказательства. Скриншот. Поэтому доказательства есть, и вы мне должны верить. Обязаны. Слушай, это плохо. Плохое начало. Мне кажется, что Берсерк просто не надо никогда использовать. Просто Берсерк — это плохая карта в начале. Ужасная. 3 уязвимости. Полный писец. Даже не знаю, что мне теперь делать. Как мне жить-то дальше? Я ее хочу убрать. Я хочу убрать Берсерка, окей? Я не могу с ним играть, он бесполезен. Хотя, как минимум, я не умею строить колоды на Берсерке. Так вот, я выиграл лотоносцем, я выиграл эффектом. Скриншот у меня есть, вы не волнуйтесь. Скриншот в наличии. И вообще, я никогда не вру. Когда было такое, чтобы я вам врал, чат? Мы же с вами лучшие друзья. Да, чат? Я вот вас люблю. Возьми карту притяжения в магазине, если попадется. Просто сразу без вопросов. Нет времени объяснять. Айн, спасибо тебе огромное за донат. Спасибо тебе большое за донат, целых 96 сердечком. Слушай, а может, и возьму притяжение. Окей, я запомнил. Давай попробуем, почему нет? Разрыв, скрестить мечи, ногой в прыжке, неистовый удар. Мы взяли сожрать, кстати, в начале. Это очень хорошо. Ногой в прыжке я возьму, но я насчет нее, честно говоря, не очень уверен. А улучшить нам надо, наверное, сожрать. Максимальное хп. Ну, это максимальное хп. И я попробую элитку. Уф. Превзойти себя ничего нам не даст. Я могу сжечь обе обороны. Наверное, эффективнее будет улучшить что-нибудь типа вот этого. Пытаться ли сожрать гремлина? Это очень плохая идея, пытаться сожрать гремлина. Его надо убить как можно быстрее. Все остальное фигня. 27 урона 3 ударами. Но с мечом-бумерангом, по-моему, мы его убиваем. Yes. Спасибо, игра. Подношение, резня, объятие тьмы. Ну, надо брать, наверное, подношение, как бы. Я тут вам давненько не доначил, но тут появился хороший повод. Мне нужно сказать тебе очень важную вещь по слайд и спири. Итак, повторюсь, это очень важно. Ты лох. Блять. Ты знаешь, я не прочитал твое сообщение в окошке у себя. Я просто слушал. Ну, если ты видишь, я когда читаю, я туда смотрю. То есть вот там у меня на мониторе этот, чатик и сообщение. Там я могу читать. А я смотрел сюда. То есть я тебя просто слушал. Слушаю, такой, блин, ты меня подловил. Ты меня в натуре подловил. Давно меня не подлавливали на донатах. Ну, ты молодец, ничего не могу сказать. Просто мужик. Спасибо тебе за донат. Пробуем элитку эту. Надо рисковать, нахрен. Я просто не вижу, чтобы эта колода что-то могла сделать, поэтому придется рисковать.
И, наверное, мы будем использовать именно здесь зелье силы. Я не буду его на босса тащить. Давай, жирный ход сейчас будет. А, как нам нужно было проломить. Как оно требовалось. Прямо писец, как нужно было. Опять же, я не буду пытаться его сожрать. По-моему, это суицид. Окей, сейчас нужно ногой в прыжке. Yes. Я думаю, мы его добьем. Можно блочить. Я думаю, мы его должны убить за пару ходов. В частности, иметь... Да, даже на следующий ход. Пузырек с кровью норм. А, жертвенный огонь. Какая красота. Слушай, ну, этот... Этот забег то лучше становится, то хуже. То туда, то сюда. Так, кого сожрать? Тебя сожрать. Goodbye. Нам нужен жертвенный огонь, потому что все остальное никого не убьет. Не убьет никак. Посмотрим, куда. Без шансов. Врешь каждый раз, когда обещаешь победу. Я никогда не вру. Так что не надо тут. Эволюция. Yes, yes, и еще раз yes. А, нахер, проклятие. И перед боссом мы будем хиляться. Тут я уже не рискну, даже несмотря на то, что у нас есть волшебная вещь, жертвенный огонь. Здесь, кстати, можно попробовать сожрать. Как бы не очень критично. Да. Следующий ход будет подношение. Большой ход должен быть. Да. Самый большой, который у нас может быть. У нас есть как бы все. Проломить, ногой в прыжке. Жертвенный огонь. Меч-бумеранг. Больше урона мы просто физически не могли нанести. Поэтому нет смысла ждать еще чего-нибудь. Окей, так. Кто нам страшнее, слабость или... Слабость или хрупкость? Наверное, нам слабость страшнее. Да, я думаю, что слабость будем первую убирать. Проблема. Так, на следующий ход будет жертвенный огонь, по идее. Хотелось бы, нахрен. Но не будет. Окей. Мы мертвы. По-моему, тут что бы я ни делал, ну. Мы мертвы. Я знал. Привет, давно я на стриме не успевал. Йоу, Шигурфо, Шигурч. Шайгур, Шайгур. Окей, Шайгур. Спасибо тебе огромное за донат. Спасибо тебе огромное за донат, сердечком. Целых 100. Благодарю тебя, благодарю тебя, это очень большая помощь. Я тебе очень благодарен. И добро пожаловать на стрим. Слушай, ну, я знаю, что у меня стримы проходят всегда в будние дни, поэтому, конечно, не всем удобно их смотреть. Но я ничего, к сожалению, сделать не могу. У меня выходные в субботу, воскресенье очень редко бывают, почти никогда. Поэтому стримим как можем. Ну, добро пожаловать, хорошо, что ты успел в этот раз. Приятного просмотра. Я бы пообещал тебе победу, только вот что-то я ее не вижу. Окей. Пойдем сюда. Здесь можно двух элиток. Нам придется идти через огненную. Но огненная между двумя кострами. Это самое лучшее расположение для элитки. Альтернативно, мы можем пойти сюда. Получить эти же два костра, но разбитые. И здесь потом еще одну элитку. Надо смотреть по ситуации. Я думаю, что
Честно, я бы предпочел огненную между двумя кострами, чем по-другому. Прошлый забег. Прошлый забег. Там никаких особых проблем не было. Нам очень не повезло, по-моему. Просто мега не повезло с картами на слизи. Мы ее хорошо разделили. Но нам нужен был... Нам нужна была карта, которая, блин, всех убивает. Знаешь, я беру стиснуть зубы сейчас нам. Я знаю, что еще рано для стиснуть зубы, но... Что сделаешь? Могли бы рискнуть с этой... Мы могли бы здесь рискнуть с реликвией, но я очканул проклятие брать. То проклятие, оно убивает всех, поэтому нет. Слабо на лотоносце заменить стартовую реликвию. Да, слабо. Ну что я сделаю? У него она слишком хорошая. Хотя мы когда-то экспериментировали и делали так. Но, по-моему, это... Так можно делать на низких возвышениях, по-моему. На двадцатке... Хотя, в принципе... Блин, что-нибудь на энергию хорошее со старту, и было бы прикольно. Мне нужна, наверное, железная воля. Мы слишком много защиты взяли, вот что я скажу. Мы слишком много... Мы 100% слишком много защиты взяли. Логоволен нас, наверное, убьет просто. Скорее всего. У нас, наверное, не хватит дамага. И нужна эволюция, кстати, сраная. У нас есть сжигание этих самых ран, но... Да, здесь все плохо. Привет. Йоу, Кожезис, спасибо тебе огромное за донат. Спасибо большое за донат. В целых 100 сердечком. Чуваки, спасибо вам всем большое за донаты. Благодарю. И тебе привет. Добро пожаловать на стрим. Приятного просмотра. Нам нужно убить этого босса. Эту элитку. Пожалуйста, атаки. Спасибо. Раскаленное яйцо. Ты знаешь, оно, наверное, того стоило нахрен. А теперь у нас будут все атаки улучшенные. Я ставлю баксы на то, что оно того стоило. Это очень хорошо. Очень хороший старт. Чем раньше ты получаешь раскаленное яйцо, тем для тебя лучше. Учитывая, что мы до этого набрались практически полностью блоков, только сейчас начали брать атаки, начнем брать атаки, то, по-моему, мы в шикарной ситуации. Половое бессилие. Спасибо за донат. Варлок, привет. Первый и последний донатик на сегодня. Видел игруху Катрина Зиро. Катана Зиро, наверное. Она бомбовая. Не хочешь ли поиграть? Ты уже понял, кто я? И да, камень не умеет какать. Спасибо тебе за донат, Нокс. Спасибо. Слушай, Катана Зиро. Не Катрина, наверное, Зиро, а Катана Зиро. Я предполагаю, что ты имеешь ее в виду. Катана Зиро я видел, ну... Желания играть, честно говоря, нету пока что у нее. Огненный барьер, адский клинок, двойной удар. Нам нужно повысить урон колоды. Как выходные прошли, как работа? А я отдыхал. Эх, где интересные истории? Или уже все на ганже не рассказал? Удачи на двадцатке, она тебе понадобится. Йоу, никто себе, спасибо тебе огромнейшее за донат 32, за еще один донат 32, я тебя очень-очень благодарю. Слушай, работа отлично, только, ну, как я уже раньше говорил, у нас там очень высокая температура в торговом центре, то есть жарко просто. А, как жарко. Блин, я провтыкал здесь. Фак, как будет больно. Писец просто. В торговом центре очень жарко, и это проблема. Ну, а так, в принципе, работа норм. Йоу, чуваки, вы чё там? Чё происходит?
Сегодня вышел из запоя. Йоу, кажется, спасибо тебе огромное за донат, целых 200 сердечком. Чат, время хайпа. Что-то там... Спасибо, спасибо тебе большущее за такой большой донат. За поддержку канала. Поздравляю с выходом из запоя. Это всегда приятное ощущение. Нет, нихера, ощущение неприятное. Вру. Но поздравляю, теперь ты с нами. Добро пожаловать обратно в реальный мир. Скажи, нахрен мне этот реальный мир? Там вроде получше было. А мы можем его убить? Если мы сделаем проломить толчок корпуса, не можем. Мы, кстати, могли обоих, по-моему, убить. Я просто провтыкал. Не то, чтобы это важно, мы получим 0 урона, но все равно. Спасибо за донаты вам огромное, ребят. Спасибо. Воспламенение добавлять или нет? Видишь, у нас получается билд на защиту через толчок корпусом. То есть попробовать ли мне поискать баррикаду? Убью ли я босса с вот такими раскладами без того же воспламенения? Думаю, вряд ли, если баррикада не попадется. Если баррикада даже попадется с воспламенением, она не... Воспламенение с ней норм. Йоу, вы чё? Каези, пошли обратно в запой. Окей. Айнс, спасибо тебе огромнейшее. Огромнейшее. За донат 200 сердечком. Чат, хайп. Хайп! Что происходит-то? Спасибо тебе большое за донат 200 сердечком. Я тебе мега благодарен. Спасибо тебе большое, чувак. Кожайзе, не слушай его. Не уходи в запой, оставайся здесь. Я сам любитель выпить пиво. Много. Не рекомендую. Запой не рекомендую. Как человек, который там был раньше, много раз, и для которого это плохо заканчивалось, Я не рекомендую. При этом я выпью. Воды. Это вода. Это вода. Twitch. Начальник. Товарищ начальник с Твича. Не баньте мой канал. Это вода. Калинов. Вода Калинов. Лимонад. Нет, вода не Калинов, значит. Вода обычная, просто бутылка из-под лимонада Калинов. Окей, у нас есть баррикада. Я все-таки пойду на защитный билд, потому что баррикада вместе с толчком корпусом попалась. Я бы пошел на серу, если бы там не было еще толчка корпусом. Я не мог. Я просто не могу физически здесь проигнорировать баррикаду. Ну, камон. Вы должны меня понять, чуваки. Баррикада это святое, нахрен. Если тебе дают возможность сначала в нее сыграть, ты в нее играешь. Пока что баррикады нет, поэтому что-то плохая святость у баррикады. Не нравится. Плюс у нас есть уже нитка с иголкой, то есть это оно. Защитных карт пока маловато, то есть нам нужно добавлять в колоду прямо защитные карты, много защитных карт. И что-то пока что баррикада не работает, вот честно скажу. Вот совсем не работает. Мы потеряли уже всю броню властную. О, пошла жара. Пошла жара. Нам лучше играть блоки, чем атаки. Мы его будем бить толчком корпусом. Поэтому так. Как лучше сделать? Лучше сделать вот так. Вот так, а теперь вот так. Что насчет добора защиты вторым дыханием, сжиганием ран? Да нам много чего надо еще сюда. То есть сама по себе вот колода как сейчас, она не выигрывает. Знаешь что, надо было на зелье ловки использовать, что-то я зажал. Нам нужен добор, в эту колоду нужно много всего. То есть она вот просто так сама по себе, она ничего не сделает, не выиграет.
Мы хотя бы живы и урона получили немного. Я рад, что я хильнулся перед боем. Джиггернаут. Ну, у нас есть все. А, была бы эволюция. Была бы эволюция, я бы взял метку боли. Как бы я ее взял? Эволюции нету. И со стиснуть зубы мы не можем. Это будет смерть. Надо брать молот слияния. И мы без энергии тоже не можем. Нам нужна энергия. Нужна энергия, кузькину мать. Серьезно. О, привет, Грей Firefox. На Ютубе почти так же людей, как на Твиче. Кто там такой актив? Слушай, я не знаю, у нас сегодня много людей новых на Твиче. Привет всем. Привет всем, кто пришел к нам первый раз. Сегодня у нас рекордное количество человек, зрителей на Твиче. Я очень рад вас всех видеть. Добро пожаловать. Я пойду туда, где много костров. Я не пойду туда, где много элиток. Хотя билд на баррикаду убивает элиток на втором этаже, щелкает как семечки. Я боюсь, что он еще не готов. Мы можем сюда свернуть, если захотим, на двух элиток. Но я боюсь, что мы просто не готовы. Я не знаю, будем ли мы готовы к концу этого этажа. Может быть и будем. Ну видишь, чуть-чуть не хватает. У нас чуть-чуть вот нету вот защиты. Удары мешают. Удары мешают, они очень-очень-очень лишние в этой колоде. Прям совсем лишние. Зато нитка с иголкой бомба. И апперкот — это атака, но я не жалею, что мы его взяли. Нам тебя не убить, да? То есть ты вот так решил. Ну, как скажете. Можно сыграть Джиггернаут, может, Железную Волю. Мы его никак не убьем, он украдет наше золото. Козел. Просто мудак. Стальная волна, идеально. Перфекто. Просто супер. Ну, как супер. Это защитная карта. Что мы, в принципе, ищем. Мы в поиске защитной карты. Это очень сложный противник для нас. Ну, что дал, я думаю, понятно. Но это очень плохой противник. Я подумываю включить Джиггернаут сейчас. От него толку не будет. От Джиггернаута. Тут нет защитных карт больше. Билд на баррикаду нахрен, без защиты вообще. Как жить-то будем, капитан? А я не знаю. Баррикада здесь бесполезна, он все время атакует. Кроме этого хода, конечно же. Нормально. Живем. Еще одна стальная волна. Да, да, еще раз да. Это будет очень большая колода. Мы ее... мы ее не сможем сделать маленькой. И я боюсь, кстати, сжечь здесь толчок корпусом. Мы не сможем эту колоду сделать маленькой уже. Ну, это невозможно физически. Латы с Джаггернаутом работают. Не забывай про это. Йоу. Артём, спасибо тебе огромнейшее за донат целых 100 сердечком. Спасибо большое. Я забыл. Я уже забыл, буду честен. Про то, что латы с Джаггернаутом работают. Ты прав. Ты абсолютно 100% прав. Я про это забыл. Слушай, в натуре работают. Я только сейчас заметил. Спасибо тебе за подсказку, а то я так дальше и тупил бы. Слушай, пока что идем нормально. Я зельку потратил. Стальная волна еще одна. Ну, пацаны, много стальных волн. Сплошная стальная волна кругом. Скверно. А навыков-то нет, капитан. Я ее купил случайно. Ну... теперь в этой колоде есть скверна. Поздравляю. Надо было брать еще стражек в скверне.
Я не знаю, что мне по этому поводу сказать. Но теперь у меня есть скверна. То есть, ну, ничего, не поспоришь. Скверна имеется в этой колоде. Она в наличии. Так что не волнуйтесь. Не волнуйтесь, пацаны. У нас есть скверна. Мы почти не играем баррикаду. Практически не разыгрываем ее. Почему? В чем причина? В том, что я хочу всегда разыграть апперкот. Мне апперкот очень нравится, знаете ли. Хорошая вещь. Знаешь, я его так хочу разыграть, что я его разыграю. Потому что, по-моему, здесь отдебафать Центуриона было важнее. Дает нам шанс его сейчас убить. Ну, давай, yes. Молодец, Джиггернаут. Справился с задачей. Можем врубить скверну, можно забить на это все дело и тупо добить жрицу. Слушай, ну колода работает пока что. Еще погоди. Uno momento, señora, por favor. Ай-яй-яй-яй-яй. Как мы будем использовать окопаться? Нам нужно окопаться. Мы не можем брать третий толчок корпусом. Он пока что лишний. Надо брать окопаться. Мы не можем его апгрейдить. Поэтому, кстати, мы, наверное, сейчас свернем на элитку все-таки. Потому что смысл нам от всех этих костров. Надо элитку брать. Спасибо за баррикаду, игра, сразу. Сразу спасибо за баррикаду. Эх, не хватило заблочить одного урона. И теперь у нас есть удвоить защиту. Ну, слушай, вот оно. Оно типа работает. Потому что билд баррикада контрит весь второй этаж. Время скверны, да, я думаю, время скверны. Мы ее должны добить раньше, чем у нас кончатся навыки. Надеюсь, что мы ее добьем раньше, чем у нас кончатся навыки, нахрен. Очень, очень надеюсь. И воспламенение, я думаю, не нужно. Просто дамажим. Мы должны были добить ее раньше, чем у нас кончатся навыки, чем она разгонится, но... Я сказал, что контрит, да? Я все еще думаю, что контрит. Я практически уверен, что контрит. Но... 14 хп, пожалуйста, не полная рука ран. Мы живы. Да, как я и говорил, все в порядке. Орехал, парное оружие. Мы могли бы копировать Джиггернаут, например. Какая дурацкая идея. Просто отвратительная. Одна из худших за последнее время. Маска, cool. Никогда против маски не буду. Я в гробу видал вот этот ивент. Вот я честно скажу. Вот нахер он, кто его вообще придумал? Придется брать проклятие. Придется убрать проклятие. А, блин, чувак, прости. Варлок Б доллар процент циркумфлекс мягкий знак, ты не взял притяжение. Айнс, спасибо тебе огромное за донат, 32 сердечком. Спасибо большое. Я дебил, да, ты прав абсолютно на 100%. Я в натуре забыл. Пообещал и забыл. Классика, нахрен. Классика жанра. У меня просто полностью вылетело из головы. Тут такой забег, что я, у меня все забылось. Все полностью. Ты мертв. Ладно, шучу, у тебя денег не хватало. Ты меня поймал. Айнс, спасибо тебе огромнейший за донат, 32 с сердечком. Благодарю, благодарю тебя. Да что происходит сегодня? Вы чё? Пацаны. Привет, Варлок. Первый раз попал на стрим и очень рад этому.
Решил поиграть в Ганжен. Слушая стримы, первый раз убил дракона. Не знаю, как отправлять донат с сердечком. Сори. Йоу, Барри. Спасибо тебе огромное за донат в целых 200 с сердечком. Спасибо тебе огромное, чувак. Добро пожаловать на стрим. Я очень рад тебя видеть. У нас тут бывает весело. Бывает не очень. Но добро пожаловать. Слушай, первый раз убил дракона. Я помню. Кстати, мы с тобой почти одинаково убили дракона. Потому что я первый раз дракона в Ганжене убил на День Победы. 9 мая нахрен у меня вышло видео. Оно называлось День Победы. И я там первый раз убил дракона. Это, по-моему, была серия 30-я или 40-я. Что-то такое. То есть мне столько забегов понадобилось на то время. Так что поздравляю тебя с убийством дракона. На самом деле, чуваки, вот вы не знаете, но это очень большой шаг. Вы не в курсе, но это на самом деле очень-очень круто — убить дракона. Так что большой-большой респект тебе. И приятного стрима, приятного прослушивания. Не просмотра, ты же там слушаешь, но приятного прослушивания. Окей. Я буду убивать гремлинов. Я не буду давать ему наспавнить кучу гремлинишек, потому что пошел он нахрен. И где моя баррикада, игра? Баррикады точка нет. Окей, наконец-то нахрен что-то пошло как надо. Это тебе. Это тебе. Джиггернаут, убей его, пожалуйста. Джиггернаута нету, понятно. 16 на 3 урон. Окей. Да, не проблема. Ай, баррикады нету. Да. Это проблема, да. Упс. Но я не могу жаловаться.